17 июня Адам Джарим с рабочим визитом посетил Калужское сельское поселение. Глава Северского района проверил ход работ строительства социальных объектов. В станице Калужской посетили строящийся офис врача общей практики. Также Адам Джарим осмотрел новый тротуар по улице Базарной. В завершении рабочего объезда глава района лично проконтролировал, как идет капитальный ремонт системы водоотведения и водоснабжения школы номер 23. Адам Джарим обсудил с подрядчиком сроки и качество реконструкции. Работы ведутся аккуратно и должны быть завершены 8 июля. Кроме этого, законодательное собрание края выделило 300 тысяч рублей на замену плиточного покрытия пола в горячем цеху школы. Полный капитальный ремонт школы должен быть завершен к 1 сентября.